Где-то он был. Он точно был, друзья, я вам скажу. Шикарный ролик, где я распаковывал много процессоров, много оперативной памяти. Ты пишешь, я надеюсь, Женя? Красавчик, смотри. Так вот, вы не поверите, есть у нас второе продолжение. Это ролик, который рассчитан на то, чтобы наложить что-нибудь вкусненького и насладиться процессом распаковки и доставания того, что не каждый может попробовать достать. Потому что вот, подарили 34 процессора на 10 тысяч долларов. Ух ты, 100 тысяч просмотров собрал. Вот это я понимаю, глянь, 7 тысяч лайков. На 10 тысяч долларов. Давайте, друзья, сегодня подсчитаем, насколько нам подарили денег процессоров и оперативной памяти. Посылка из Ирландии. Человек сказал, на добро, забирайте, потому что у нас в Ирландии этим играют в футбол. Абсолютно не нужно. Где-то достается ему серверные процессоры, обычные, оперативочка серверная и обычная. И вот, приехала посылочка у нас. Заявлено. Что заявлено? Заявлено 21 процессор в этой упаковочке маленькой. Заявлено, друзья. Сколько? 61 планка оперативной памяти. Давайте вдохнем ирландский воздух и распакуем прямо при вас. И посмотрим, что же нам прислали. Честно, понятия не имею. Я не знаю, какие процессоры. Только могу догадываться. Потому что человек что-то говорил, что-то прислал. А по факту мы всегда смотрим, всегда действительно в жизни. Потому что ты никогда не знаешь, что может быть. Так, да, 21 проц и 61 оператива. 29 плюс 29 плюс 3, 61. Притормозите видео, сбегайте. Вы знаете, ты обычно бежишь на кухню, к холодильнику, открываешь, если есть молоко, наливаешь молока, если есть компот, приготовленный людьми, собираешь компот, если у тебя более мужская квартира, берешь более мужские напитки и наслаждаешься атмосферой неизвестности. Давайте, кайфуем, надрываем, смотрим. Помните, да, в прошлый раз у нас там были i5 четвертого поколения, оперативочка, 4-гиговый DDR3, просто красота. Безумно ценно, что люди такие вещи присылают, я искренне получаю от этого все удовольствие. Давайте посмотрим, на ваших глазах, давайте. Делайте ставки, вот, Никит, ты как думаешь, какие там процессы будут? Серверные. Все серверные. Ну, FX твой будет или не будет? Вряд ли, да? Нет, кто AMD отсылал? Знакомые уже, друзья, знакомые салфеточки. Да, давайте заглянем и посмотрим. Мы прям будем, знаете, доставать. Вот это, я понимаю, стопочка. Вот это идеальный товар для компьютерной мастерской. Открываем сразу. Обалдеть, их еще и подухарили. Слушай, Никитос, будем, давай сортировать сразу. Я тебе буду давать, а ты будешь сортировать какие-какие. Здесь вижу планки DDR3 на 2 на 4 гига. О, ноутбучные есть! Вот это очень ценно, постоянно апгрейды делаем. Две планки по 4 гигабайта PC3L-очки присутствуют тут. Никитос, да, сразу тут бери, тут... А 8 гигабайт DDR3. По 4, Two Power. Боже, и что, отмывали что ли в одеколоне? Обалдеть. Вот восьмерочки даем. Идем дальше, смотри, смотрим. О, ну это, конечно же, ты посмотри. 256, сколько, бит? Метров. 4 гигабайта. Смотри, 4 гигабайта, еще одна. Отдаем все. Я сейчас буду двушечку отдаем. Ну, слушай, это DDR3 у нас пошли. Планочка на 4 гигабайта. Планочка на 4 гигабайта. Планочка на 4 гигабайта. Планочка на 4. Все, мы миллиардеры. Планочка на 2 гигабайта. На 2 гигабайта. Планочка на 4. Планочка на 4. Планочка на 4. Я понял, Никита, давай. Распаковываем планочки на 4 гигабайта. Суть ясна. Вот, вот они процы, вот оно сердце, вот тут тысячи долларов в свое время, которые стоили. Слушай, ты знаешь, как раскопки? Кайфушечки, давай посмотрим, здесь еще планочки, подвушечки, держи. И вот здесь тоже оперативки, смотри, несусветной. Вот здесь сколько, так это тоже Никите, а мы пока, все, больше здесь ничего нету. И давай в процы, полетели в процы. Фу, присядем и посмотрим, на ваших глазах 21 процессор. Из Ирландии, прямиком, город Белгород. Какая милота. Вот так, смотри, надрываем. Первый процессор, безусловно, достается нашему главному инженеру Александру. В знак любви, уважения. Санек, ну не очень просто, ну просто не очень. Я не виноват, я сказал, что первый. Первый процессор, Интер это команда футбольная. Intel Core 2 Duo 6400. Саш, достойный процессор, уважаемый. Он достается тебе, в качестве талисмана. Второй процессор, кому достается, давай. Жень, кому достается второй процессор? Ване. Ваня, слева или справа открываем стопки?
слева. Открываем процессор. Ваня, ну, времена примерно те же. Е7500 проц. Покруче, чем у Саши, знаешь, уважительно. Уважительно. Талисман. Талисман из Ирландии прямиком. Прямиком каждому из Ирландии приехал. Так, все, хватит. А что, вы думали, всем по процессу достанется, да? Предпоследний слева. Ага, конечно, ты хотел. Ладно, идем дальше и смотрим, друзья. Здесь уже, конечно, должны идти процессы прям симпатичные. Посмотрим. Идем сюда. Зиончик. 5345. i5-3470. i5-3470, это ух, красотища. i3-3220. Сейчас у нас идет 1150 и EV Bridge. Красота. i5-4570, Haswell 1150, добро пожаловать в студию. Изумительно. Ух ты, Зиончик, E3-1280 V2. Ты понимаешь, i7. Никит? Это i7. Ты понимаешь? Да. Ну все, i7 в студию, добро пожаловать. Вот это я понимаю, красотища. Отлично. E7500, Ванькины брат-близнец, на счастье. Идем дальше. И i5-4570. Слушай, ну мы просто победители Haswell сегодня будем. А вот это плохо, смотри. Смотри, что я обнаружил. Какой облом. Видишь, что сбито? Глянь. Все-таки не все процессоры пережили. Или они с этой стороны тоже. Побились они знатно. Посмотри. Сашка, ты как человек соображающий, мы с тобой будем прекрасно понимать и вздыхать. Ох, не знаю, тут еще более мелкие сбитые, с этой и с другой стороны, Саш. Они, да, это грусть-печаль, обвязочки, вон, глянь, мелкие поулетали. Писечки, ешкин дрын, да. Ух ты, ноутбучный проц! Строим Т какой-то, это, причем по текстолиту, это у нас EV Bridge, также третье поколение. А? Светленький, конечно. Давайте сразу загуглим, что это за проц. Это похоже на i5, либо i3. Так. Это у нас получается... Вот так, надо сюда нолик вбить. Друзья, i7-3520, это випрошный проц, up to 3,6 ГГц. Два ядра, 4 потока, вот эта красота просто шикарная, вставляется в ноутбучке. Третье поколение, вот прям, шикарнейший проц, где человек его взял? Удивительное состояние у него шикарное. Идем дальше, открываем. E7500, это наши братья-собратья, Ванькины друзья. Вот трое их прям, да, трое из ларца, один к одному. Слушай, ну пока вроде сбитых больше нет, потому что, Тут вроде все тоже целенькое. И здесь мы получаем Pentium G 645, простячок у нас. Давай посмотрим дальше, идем. Pentium G 2030, двухъядерочка. То же самое, 1155. Идем дальше, достаем наши красавцы. i5-3470, шикарные процы. И у нас правая стопка подходит к своему завершению. И последний процессор, Pentium G 870. Добро пожаловать в студию. Редчайший проц в моих руках. 20 ядер. 600 потоков. В сказках. В жизни, конечно, этого всего нету. Так, это мы немножко сбросим нагло. И давай все-таки добьем. Самый низкий, твой последний, да, слева? Предпоследний слева. Ладно, последний слева. Смотрим. Это у нас Зиончик E5504. Вот смотри, какая лопатушечка. Какие размеры, какие габариты. E5400. Саша, это пока самый. Вот этот самый плохой. Не самый плохой, в смысле, а самый старичок, самый простенький. Вот, потом твой идет. Пока что из того, что мы достали. Ну и, конечно, остаются всякие единички. Это он предпоследний слева. А? У него шикарный. 4570, i5, 4-го поколения. Шикарный проц. Просто, что... Клади на базу. Так, идем так. Сюда идем. Идем, что у нас получается? Еще один i5-4570. Вот такая вот красотища. Так, и i5 еще 4570. Слушай, ну у нас целый этот полный фарш. Полный фарш того, что здесь происходит. i5-3230. Все, смотрите.
Да, а теперь мы, безусловно, это круто. Я считаю, что мы сейчас положим эти процессоры в коробочку, и каждый с закрытыми глазами мы все перемешаем, и каждый член команды вытянет себе по одному из талисмана из Ирландии. Из Ирландии, друзья. Это будет красивая концовка этого крутого познавательного видео. Очень познавательно, друзья. Но мило и приятно. Пока тут сколько у нас получается? Где тут что сортировал, Никитос? Здесь 138 гигабайт. 138 гигабайт. Ты что, даже пересчитал? Ну, я просто умножил на 4. Это DDR 3 на 4? Да, это все на 4. Ваня, мы пришли к этому моменту, ты понимаешь? Все. Я помню, когда у нас не было ни одной. Все, вот посмотрите, это все добро. Это все DDR... На 2. Это двушечки, это четверки, а это одна восьмера и ноутбучный проц. Это, видно, снимали как раз-таки с випрошного какого-то аппарата, потому что у нас две элечки и i7 процессор, красота. Закидываем сейчас вот эти вот процессоры внутрь, и пусть каждый себе вытащит что-нибудь хорошенького. Подарочки, это всегда приятно. Ну что, давайте проверим каждого везения. Аккуратненько перемешаем процессоры, все, что нам прислали сюда. И в качестве талисмана из Ирландии пусть каждый член команды вытащит. Думаю, это будет приятно. И, конечно же, возможно, кто сюда будет заходить, этот процессор станет именно вам. Спасибо большое человеку из прекрасной страны, который нам это все прислал. Давайте, с кого начнем? Леди надо уступать. Леди Евгения, закрывайте ваши глаза. Закройте ваши глаза, заныривайте рукой и берите какой-нибудь процессор. Желательно один. Ничего себе, вы на ощупь, леди? Итак, что у нас попалось? Да ну ничего себе! Вы понимаете, что вот это уровень везения? Самый мощный проц, который в этой коробке Женя вытащила сразу. Это Xeon E3 1280V2. Женя, я тебя поздравляю, это шикарнейшая просто штуковина, поэтому береги его. Береги его, это прям самый крутой проц, который тут находился. Следующий, по старшинству и профессионализму, Саш, заныривай. У вас тут сортировка. Прикрываем глазки, прикрываем, давай, это ж ты хотел. Сразу. Ну-ка. Саня, ну достойный выбор настоящего мужчины. Проц i5 4570. Достается Александр. Слушай, ну не пошли по топчикам. Я вообще туда клал какую-нибудь ерунду или нет? На. Следующий, бежим, конечно, к Ванечку. Ванечек, ну давай. Это подарки из Ирландии каждому члену команды. Вань, слушай, ну ты пошел красиво. 3470 i5, извини меня. Держись, стоит, и пусть он служит тебе долго. Мужик, это хороший проц. Старшибу завтра впаяем. Никита пока, это мы идем по старшинству, так сказать. Леди уступили, давай, мой друг. Ой-ой-ой, не разбивай процессоры только, это ж нежные существа. Давай посмотрим. Должен быть самый маленький. Слушай, а вот это красавчик. Ну знаешь, ты как человек, который всегда заботится о мастерской, вытянул проц простенький. Вот, ну пусть он тебе служит, да. Это старичок, Core 2Duo 6400, который Сашка вытягивал до этого. Ты сэкономил мастерской, за это мы тебя очень ценим и любим. Пусть он тебе служит долго сейчас. Давай, кто из вас? А теперь у нас оператор. Оператор, потому что Никита у нас самый последний пришел в команду, поэтому давай по старшинству. Видишь, в этот момент ты старше, Женька. Стоп, я перемешаю, а то ты, мне кажется, там уже слишком много всего видел. Ты слишком много всего видел, давай. Давай, да что ты, давай. Дай-ка я посмотрю. О, вот это, знаешь, как говорится, это судьба. Pentium G870. Я на него наводился, он прям ждал тебя. Держи эту двухъядерочку. Что? Давай, держи. И последний, Ники, ты у нас компьютерный мастер. Я думаю, это будет приятно. Никита на ощупь, человек, который миллионы процессоров пилапал, может на ощупь определить количество ядер под теплоотводящий. 775 и 75-00. Никитос, ну ты знаешь, тоже пошел по стопам Антона и чувствуешь, что мастерской нужно дать немножко развития, поэтому берешь проц такой со вкусом. В общем, я так скажу. Евгения самая у нас везучая оказалась. На втором месте Александр, потом идет Иван, а Антон с Никитой и оператором Евгением решили, знаете, по-простому пойти. Эх, ну что,
на этом, я думаю, вот такое радостное видео-распаковочка процессоров и оперативной памяти мы закончим. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, немножко вам настроение это подняло. А что еще для жизни нужно? Мы ведь все живем для удовольствия. И сегодня мы удовольствие получили хоть и немножко, но процессоров и оперативной памяти было действительно множко. Огромное спасибо, друзья, что смотрите и высылаете такие приятные подарки. Посмотрите, все залипли просто в переборе оперативной памяти. Вот она! Мужские развлекушки. Увидимся с вами в будущем. Не забывайте, что можно подписаться на канал, если смотрите и нравится, что мы снимаем. Поставить колокольчики. У нас есть телеграмчик в описании. У нас присутствуют всякие группы. Везде подписывайтесь, следите за развитием компьютерной мастерской. Happy PC. Вы о нас еще и услышите не раз. Пока-пока.